Соня, куда ты едешь? На площадку. На площадку или на самолет? На самолет. В Израиль? В Израиль. Хорошо. Пойдем. Trap pussy, had the white bitch but the hoe kept snitching. Pull up in the Benz, you Uber in the Civic. No fingerprints but I finger bang the pussy. Flipper, I'm Gucci, I'm Louis, I'm groovy. Your homie, your girl, friends, or groupies. She open up her mouth so wide, scary movie. With the 7-Eleven, she begging for a Slurpee. Fuck her in the car, drop off at Wendy's. Ride no tent, I just seen the enemy. 2 a.m. somebody got shot. When niggas getting money, niggas wanna call the cops. I get it, I looking like a dope dealer, fresh off the pot. Lobster tail for my 80s bitches, fat burger for my 90s bitches. Yeah, don't be tripping, you get all the tension. Them long ass legs, but the pussy terrific. I must admit it, put my tongue up in it. Ocean's 11, the pipe be leaking.
Всем здорово. Второй день уже мы в Израиле. Все чудесно, все прекрасно, все живы, все здоровы. Долетели быстро, 3 часа. В очереди мы не стояли, попали только в очередь, когда мы приземлились здесь уже. Спрашивали, кто мы, что мы, зачем мы здесь вообще. Сказали, отдыхаем. Долго думали нас, ну, короче, пустили. У них выбора уже не было, наверное. Вот. Что касается моря. Море тепленькое, замечательное. Песочек чистый. Пляжи оборудованы, спасатели есть. Водичка есть полоснуться, туалеты. Все есть, как бы все отлично. Сегодня ездили уже второй день мы здесь. Вчера, ну, как бы нулевой день был, но мы вечером приехали. Сегодня, можно сказать, толковый первый. Поехали на рынок, на местный. Цены, конечно, в 2-3 раза дешевле, чем в супермаркетах. Хотя вот для нас супермаркет есть поблизости, там буквально 3 минуты пройти. А так, по удобствам вообще все супер. 10 минут легким шагом, и мы на месте. Транспорт, автобусы ходят, все пишется, все расписание. С аэропорта доехали 1:20 на электричке. Едет она тихо, спокойненько, уверенно. Встречали нас. Можно купить в терминале в аэропорту прям билеты на эту электричку. Ничего там сложного нет. Вот, что касается еды, все есть, фрукты, мясо, рыба. Цены, ну, европейские, можно сказать, хорошие такие. Но, в принципе, все доступное. Спортивный вложик мы снимем чуть попозже. Соня сейчас спит. У меня появилась минутка выйти, прогуляться. Сейчас посмотрю тренажеры, какие здесь есть. Может быть, вечером пойду бомбану что-нибудь, заснимем. А так все отлично. Продолжаем жить, наслаждаться. Смотрим, не переключаемся. Сейчас позвоню.